Здравствуйте, магазин «Лючит. Серебряные украшения». Сегодня у нас с вами на повестке дня топазы. Основная масса у нас с вами голубых топазов, и вот один желтенький затесался. Начнем мы вот с этого комплекта, он называется «Луара». Взяли мы колечко 18,5. Смотрите, голубой топаз и подчеркнут его цвет таким затемненным серебром. Сейчас я померю. 18,5 четко мне село на 18,5. У сережек у нас обыкновенный английский замочек, то есть сядут они практически на любой прокол, тем более по весу они достаточно маленькие, то есть такой убористый комплект на каждый день с натуральными топазами, неувядающая классика, можно сказать. Следующий комплект тоже выполнен в классическом стиле, покрупнее здесь у нас идут топазики, поинтереснее огранка у камушка, и он весь такой прям на просвет работает, да, видите, достаточно высоко в корзинке он посажен, сделана она такой двухэтажненькой специально, и вот эта вот огранка камня позволяет ему прям светиться. Размер колечка 18,5 также. Ну, тоже сел мне превосходно, прям размер на размер садится. У сережек очень интересно сделана швенза, видите, она изогнута, и получается, что вы когда наденете на ушко его, то камень у вас четко сядет прям под мочку. Поэтому вот такая изюминка у этого комплекта. Тоже совершенная классика, достаточно крупные топазы. Мне кажется, их уже спокойно можно относить к базовому гардеробу. Вот таких три ярких голубых неба будут светиться в ваших ушках. Дальше новый комплект от Казакова. Сделали они его совсем недавно. Очень интересное здесь кольцо, прям хочется назвать его перстнем. Посмотрите, очень широкая шинка, затемненный такой узор. Смотрится так фактурно и смотрится очень дорого. Мне кажется, кольцо напоминает какие-то старинные прям украшения. Тоже достаточно крупный здесь топаз. Здесь у нас 18,5 размер кольца. Но за счет широкой шинки, я думаю, что это надо... Ну да, вот видите, я на 17,5 его надела, прям то, что нужно. Очень красивый перстень. И по сережкам. Обыкновенная английская петелька, очень широко открывается, опять же, любой совершенно прокол. У сережек, видите, тоже элемент узора, вот этот, как у колечка, присутствует. Очень такой, за счет, конечно, перстня, смотрится очень-очень эффектно этот комплект. Такой богатый. Такое слово интересное, да, вспомнили. Еще очень красивый комплект, они у нас были с лунниками, в этот раз Казаков сделал его с голубыми топазами, тоже очень эффектно они смотрятся, удобная для посадки шинка, видите, она вот так расходится, что не дает колечку заваливаться. И здесь посадка вот на этот овал, 18,5 кольцо. Смотрите, на фоне есть элементы затемнения на серебре, и очень эффектно топаз прям горит. Посадка у сережек обыкновенный английский замочек, опять же элементарно, на любое совершенно ушко, на любой прокол садятся они просто восхитительно. Вот такой комплект тоже можно отнести к классике, очень эффектно он смотрится, прям хочется его разглядывать. Такой очень нежный, очень привлекательный. Следующее колечко, это у нас штучная индивидуальная работа, здесь у нас, видите, очень светлый, натуральный топаз, кольцо у нас 18 размера. Мы смотрели такое с чем? С солнечным, нет, с волосатиком. Шиночка, видите, плотная, постепенно расходится. Сделан также просвет для того, чтобы камень утопал и показывал всю красоту своей огранки. И очень интересный постамент, прям вечернее такое коктейльное кольцо, 18-й. Ну вот я одела на 17,5, но реально он мне будет заваливаться, поэтому надо брать его на 18. Для тех, кто любит такие вот активные коктейльные кольца, очень восхитительный вариант. И один у нас желтый топаз, в этот раз это Волынское месторождение, которое уже затоплено, иногда проскакивают варианты, да, по коллекциям. Эти украшения, видите, они сделаны таким вот олиповатым, немножко недоработанным узором, прям напоминает такие из раскопок украшения. 18 тоже размер, 25 карат. Топазик желтенький, посмотрите, какой хорошенький, да? 18, ну вот, 17,5 мне свободно. Ну, на 18,5 плотновато, я думаю, что имеет смысл его брать на 18 размер. Вот такое вот солнышко. Желаю вам такого же солнышка в жизни, получения удовольствия, наслаждения. Радуйтесь, заходите к нам в магазин. Всего хорошего!